Также в этом аяте предостережение для тех, кто занят только заучиванием Корана и не занимается изучением его тафсира, ведь он подобен этим людям, о которых сказано в этих аятах. Они слышали, но не понимали. Точно так же ты слышишь, зазубрил, выучил, но не понимаешь то, что ты зазубрил, то, что ты выучил. Вот тут задумайся, может быть, поэтому он говорит, реально я выучил весь Коран наизусть, а я его не понимаю. А вдруг ты из тех, о ком Всевышний Аллах сказал, «Ваджаальна аля кулуби макин», и мы покрыли их сердца чем? Покрывалом, а не в кагу, чтобы они не поняли его. Видишь, как страшно. А ты до этого думал, «Ва, я какой красавчик, весь Коран наизусть знаю». А это, наоборот, тебя должно пугать. Еще раз говорю, я не против заучивания Корана, но мы говорим, страшно, когда ты заучиваешь, что, и не живешь по нему. Поэтому в чем разница между нами и ими? У нас открывают кружки, марказы, центры по заучиванию Корана. Если бы сподвижник открыл бы Маркес по заучиванию Корана. Они говорят, как сподвижники говорили? Мы, говорит, заучивали 10 аятов и не переходили на следующие 10, пока Амаль по этим аятам делали. А чтобы Амаль по ним делать, их надо понимать.